Ребята, мы пришли в грузинский ресторан, известный очень, называется «Мадлоба». Так, ну что, Петр, пошли? Вот смотрите, видите? Ой, ой, много людей уже здесь, смотрите. Столик такой дали. Смотрите, какой столик. Отдельно от всех, даже классно, в принципе. Единственное, мне надо будет заходить, сама выходить неудобно будет, видите? Вот, вот так вот. И вот весь зал. Большой очень ресторан, очень большой. Мы не хотели отмечать день рождения моего на неделю, потому что Петр работал допоздна, я работала, и решили сегодня пойти отметить. В этом ресторане я не была, ну, где-то года три. Кстати, хочу сказать, видите, ребята, мне надо снимать шлыгу, вот, я думаю, в среду. Болит еще очень сильно, тем не менее. Видимо, швы надо, когда снимут, будет лучше. Я сегодня одела серебряное кольцо. Я это кольцо купила в Турции, но не в этот раз. Кстати, не дешевое было. Тут очень много серебра. Очень красиво сделано. Очень люблю. Вообще, я редко ношу украшения, только если куда-то я хожу. А это у меня натуральный жемчуг с Индонезии. Он чуть розоватый. Хачапури. Вот, мы хотели взять королевский, но он вот этот вот, на 22. Но он очень много, для двоих это много. И мы возьмем вот этот за 18. Я возьму осетрину, 25 евро стоит. Петя хочет тост сказать за меня, наверное. На день рождения Эрика и на день женщины. И за женщин. Спасибо, Петя. Я тоже еще раз поднимаю за нас женщин с грузинским вином. Чтобы мы были счастливы, чтобы у нас глазки всем облестели. Чтобы все нам удавалось, чтобы нас любили. Этот год пролетел, ну, просто очень-очень быстро, девчата, очень быстро. Мне кажется, с каждым годом, чем старше становишься, тем быстрее пролетает год. День рождения до следующего дня рождения. Кстати говоря, я не хотела отмечать в этом году мое день рождения, но потом подумала, а что мне? Это причина хоть выйти в свет. Мы так редко куда-то выходим с мужем. И поэтому думаю, а что дома сидеть-то? Уж так, только работа, дом. Работа, дом экономят для нашей поездки и для жизни на Кипре. И поэтому я считаю, мы вообще, честно, в последнее время я не стала любить выходить в Германию куда-то. Мы лучше всегда говорим так. Ах, лучше лишние денежки собрать и на Кипре погулять, пойти классно в рестораны, поехать полностью от Байбажан, ездить на машине, весь остров езжаю. А для этого нужно очень много времени, силы, кстати. И в одном месте немножко покушаем около моря, например. Это ж здорово. Мы кушаем около моря, например, знаете, на улице, около моря. Это, конечно, и дешевле, и еще и все экологическое. Прекрасно, когда приятно сидеть. Сейчас уже плюс 20 на Кипре днем. И мы говорим каждую копеечку, лишний раз лучше пойдем там еще куда-то. Или лишний раз возьмем на прокат машину. Так как мы без машины на Кипре невозможно, особенно в северном. Мы будем постоянно брать машину, это значит 10 дней, где-то в месяц мы будем брать машину. Мы уже знаем где. Единственное, мы всегда мучимся на Кипре с левосторонним движением. То есть не потому, что ехать тяжело, не вести тяжело, а вот ориентироваться, запарковаться на автобане. Всему хочется выйти на другую сторону. И поэтому это нас немножечко
ну, устаешь от этого. Особенно вечером мой муж всегда говорит: ой, нет, как ты говоришь вечером, беда. Говоришь на Кипре, лучше вечером, Эрика, до вечера приехать домой, да? Ты всегда говоришь. Потому что это очень-очень, ребята, ну, не кайф ездить по автобану ночью, еще не знаешь хорошо. Тем более мы ездим без навигационной системы, только по смартфону. И у меня, кстати, договор мы сделали с моим... что у меня? Смартфон? У меня же смартфон договор с кем, Петр? У меня Vodafone, и можно в Германии сделать такой договор, договор, чтобы вы знали, ребята, если кому-то интересно, вот, например, чтобы у вас было постоянно интернет. Вот я на Турции и на Кипре, турецкой стороне, у меня интернет постоянно, даже ну куда бы я ни пошла. И это здорово, это классно, не надо дополнительно платить. Да, мы платим немножко больше в месяц, зато мы можем много месяцев пользоваться, как говорится, интернетом, смартфоном, где бы мы ни были, например. Ну не все, возможно, там очень большие проблемы с интернетом на Кипре. Мы, короче, сейчас вот экономим, действительно... лишнюю копеечку лучше потратить, когда мы будем жить на Кипре. Нам нужно еще кое-что выплатить за зубы, там большая у меня, я же все-таки делала зубы на такие суммы сумасшедшие, я же рассказываю вам, на огромные суммы. 35 тысяч, это, конечно, ужас. Ну, последний вот у нас осталось, нам еще выплатить 4 или 5 тысяч на кредит. И тогда, слава тебе, Господи, у нас... мы хоть это выплатим. Единственное, мне надо последние 4 зуба доделать. И тогда у меня все под коронками, абсолютно все фарфоровые зубы. Ну не так, а по-русски. Поцеля. Вот. Так что, тем более, я делаю всегда очень хорошего качества, как я уже говорила, зубы. Только из-за того, что они такие мелкие и очень глубоко посажены. Слава тебе, Господи, что он глубоко посажен. Но очень влияет свет. Только кто рядом со мной видит, что у меня действительно зубы в прекрасном состоянии, или надо открывать широко рот. Не так. Видите? А так, кто не знает, то думает. Ну, мне это смешно. Я-то знаю, как мне говорят, мне так всегда смешно. Говорят мне, ах, говорят, вам нужно отбелить зубы. Я думаю, да. Как возможно отбелить этим фарфором? Фарфоровые зубы. В общем, салат из языка. Мы все делить будем с мужем. Принесли. Стоит 18 евро. Из говяжьего языка. Хлебушек нам принесли. Тепленькие ребята. Чудо, смотрите. Мы все делим с мужем. Ну что? Если целый день ела, чтобы оставить местечко для кушать. Целый день ела специально. Все, кто кушает, я взяла пример с украинца, с украинских блогеров, не с украинцев, украинцы не все такие, с украинских блогеров. И попробую салатик из говяжьих языков. Вкусненько. Кто в это время кушает, приятного аппетита. Ребята, кто любит вина грузинские, знаете, какое мы пьем? Сейчас покажу. А еще муж пьет грузинское пиво первый раз. Ну, он же немец, ему надо. Вот такое мы пьем вино. Кто понимает, не знаю. Стоит 45 евро. А вообще вина от 40 евро здесь в ресторане. 60-80, очень дорогие. Ну, мы взяли такое. Как еще по-божески, конечно, тоже дорого. Не забывайте, что у нас поднялись налоги в ресторане. И все цены, конечно, поднялись. Но это не мешает столько много людей иметь в ресторане. Все занято, видите? Все абсолютно занято.
кстати, из говяжьих языков, это просто бомба. Вот там вот, вот умеют все-таки грузины различные приправы делать. Я даже не могу понять, что там было. Такое вот, что-то такое интересное. Жалко, не знаю. У них много, мало времени, много людей. Не могу даже спросить. Класс. Итальянская. Я купила через фирму Йокс в прошлом году. Замша очень нравится. Очень люблю такую сумку носить по черно-белое, чтобы какое-то такое яркое пятно было. Или только черное, или только белое. Чтобы, ну, хоть что-то такое было яркое одно. В принципе, я опять говорю, я вот сегодня даже многовато одела украшений, но думаю, ради праздника, дня рождения можно одеть. Что лежат, я не ношу ничего. Когда-нибудь я хочу вам показать мои украшения все, и модные, и еще немножко осталось золото, там серебро, кое-что. Я как-то показывала, у меня есть видео, ну, надо будет еще показать. В ресторане никого не увидишь сейчас тут. Все национальности, короче, бывшего СССР. И все нормально сидят, все окей. Кстати, грузины, которые нас обслужили плохо, говорят по-русски, лучше даже по-немецки. Я даже не ела никогда это. Прелесть. Вкусно. Мою осетринку принесли. Осетрину. Ой, посмотрим. Вкуснятина, наверное.